Всем-всем-всем! Привет-привет-привет! Спасибо вам за рекомендации по фильмам. Обязательно посмотрю, потому что я люблю периодически смотреть кино. А сегодня у нас суббота, утро, ну уже как бы не утро, уже 10:30. Кира убежала. У нас что-то с Кирой вдвоем с голосом происходит, постоянно он теряется. Кирочка убежала с Мишкой гулять и с Лизой. А я быстренько готовлюсь, и мы едем куда? Конечно же, вы знаете, куда мы едем. На английский. А потом, я не знаю, потом, может быть, мы с Кирюшкой вместе сделаем резун. Потому что я безумно хочу вместе с ней сделать. Без подружек, без друзей, без никого. Я и Кира. Вот. Но это всегда так сложно на выходные. Потому что она всегда такая занятая, она такая деловая, колбаса у меня уже. Взрослая девчонка, что взять? А у нас уже шарики поздувались, посмотрите, какой бедный, несчастный шарик, лол. Он уже совсем сдулся и совсем печально ему сейчас. Ой, мне так жалко и обидно. Я вот это думаю, что, может быть, когда он полностью сдуется, то мы просто из него сделаем... Типа как картинку, баннер, вот что-то в этом роде. Но пока он еще, видите, тут немножко подлетает. Такой смешной. А девяточка стоит, ответственно стоит. И пока не сдула, не, уже тоже, видите, подсдулась. Но пока еще стоит. И шарики висят. Кирушку спрашиваю, можно поснимать шарики? Она: нет, мама, нельзя. Ну хорошо, думаю, раз нельзя, пусть будет еще чуть-чуть красота. Так и быть. Ладно, все, мы собираемся. Вернее, я собираюсь. Беру Кирин рюкзак, зову ее домой, чтобы она привела Мишку, и едем. Миша, жди. Миша, жди. Кирюшка пришла, собаку привела. Все, Дотя, едем? Да. Давай тогда будем собираться. Ты опять за слайм взялась, малыш. Жвачка для рук. Рюкзак взяла? Слайм берешь? Жвачку для рук. Жвачку для рук берешь? Фотик? Нет. Все, пошли. Мы с Кирочкой едем на английский язык. Как всегда, суббота у нас начинается с занятий. А потом уже будем гулять. И наконец-то наслаждаться выходными. И наслаждаться слаймом. Да, Кирочка хочет слайм сделать. А еще я сегодня, например, хочу сделать борщ. Хочешь борщ? Угу. Сильно или да. Не сильно? Не знаю. Не знаешь? А я не Насколько знаю. Я знаю, Кирюшка очень любит борщ. Но что-то она сегодня не в восторге. Она вообще в последнее время очень плохо кушает. Ее заставить поесть, я не знаю, это мне стоит столько нерв и трудов, и усилий. И все равно. Посмотри. И все равно она ничего не ест. А сейчас она идет и пытается по дороге почитать книжку свою любимую ВДВ. В Волокой, дружный, в Волотань, ВДВ. Но я ей не даю, потому что она может разбить нос. Бум! 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 А почему эти курицы не разбивают себе клюв, если они вон так и едят? Наверное, потому что они курицы. У них клюв очень мощный. У меня тоже нос очень мощный. Да, ну давай мы не будем тогда это проверять. Потому что что-то не хочется, чтобы ты себе нос разбила. У меня же нос крепкий. Серьезно? Да. Ну, я не хочу. Я думаю, что не настолько крепкий, как ты себе это представляешь. Кабумс! И тут такой синяк на весь нос. Огромный, огромный. Как говорится, землей вкопаться в нос. Носом вкопаться в землю. Вот, вот так вот. А всё. Я хотела сказать... Землей вкопаться в нос. Землей вкопаться в нос. Я тоже бывает иногда какую-нибудь такую скажу вещь, потом думаю, боже, что я сказала? Что я вообще сказала? Ладно, ребят, все, мы едем, потому что хотим приехать пораньше. Так как Кирочка хочет что? Круассан. Круассан с... шоколадом. С
с шоколадом. И, наверное, какао. Она, правда, говорит, на улице не холодно. Но, вы знаете, я даже одела уже пальто. А Кирюшке еле заставила шапку одеть. Посмотрите на мой нос красный. Красный, красный. Потому что вроде бы как светло-светло, но... Ой, светло-светло, солнечно-солнечно. Но на самом деле морозно. Ночью, Дотя, был минус один. А сейчас где-то плюс 4 градуса, где-то так. Вот, поэтому прохладненько. Ну, как я уже говорила, лучше одеть одну вещь, чем 10 вещей на себя. Вот я, например, сейчас в футболке и в пальто. Ну, а Кирюшка, как всегда, а в кофточке и в курточке. Это очень-очень холодно. Минус ноль? Нет, минус ноль не бывает. А минус один? Это не сильно холодно, но холодно. Не сильно холодно. Сильно холодно, это Дотя. Минус 10, минус 15. Минус 100. Минус 100 это все, мы уже все будем ледышки. Вот в прошлом году у нас была максимальная температура, по-моему, минус 27. Это было очень холодно, просто безумно. Я надеюсь, в этом году такой зимы не будет. Сидим уже на английском, ждем. Занятия наши еще не начались, а Кирюшка снимает клипы в лайк. Да, Дотя? Да. Посмотрите, в каком виде она это все делает. Вот что значит съемки. Да, они бывают очень непредсказуемыми. Hello. И даже так, смотрите, может быть. Обалдеть. Вы тоже так снимаете клипы? В лайки? И во всякие соцсети? О, не могу. Так, ладненько, сейчас уже Кирочка будет заходить. Будем с вами на время прощаться. Кирюшка сегодня снова занимается одна. Классно. Я ее сижу здесь, жду. Прошлась, немножко прогулялась по улице, но прохладненько, поэтому я лучше здесь посижу. Потому что здесь тихонько, хорошо. И есть Wi-Fi, как уже говорила Кирюха. Так что я буду отвечать на ваши комментарии. Кирюшенька на переменку вышла. Ну, как занятие прошло? Хорошо. Ты одна сегодня на занятиях? Крутенько. Ярко-синим и большой-большой-большой. Все, идем мы с Кирюшенькой уже домой. Она, как всегда, на телефоне. Хотя вчера мне Кирочка обещала, что ты сегодня еще сделаешь проект по английскому языку. И природоведение тебе вроде бы задали, насколько я помню, правда? Или ты хочешь это все делать завтра? Завтра.
Завтра точно? Завтра не захочешь с самого утра идти гулять? Я хочу слайм, я хочу слайм. Нет, слайм обязательно мы сейчас с тобой сделаем. Вернее, ты сделаешь. Хочу понять, вот такой огромный такой. Вот такой, чтобы тонулся вот так, так, так. Оттуда, от самого конца леса до этого конца леса. У меня даже нет слов, что тебе еще сказать? Вот такой вот она хочет слайм. Кто понял? Я в комментариях. Ребятки, все. Вот такой слайм у нас получился. Сейчас я попробую сделать пузырь. Так. Растянем. Звук прикольный, но пузыри я не умею делать. Послушайте и этот звук. Как он чмокает. Он очень классно тянется. Мне он очень нравится. Он ужасно прикольный и большой. У него еще вдобавок очень красивый цвет. И запах ни клея, ни пены, а именно геля для душа. Очень вкусно пахнет. Ребята, ну что, слайм я сделала. Пойду гулять. Кирюшка гуляет на улице, и я для нее решила сделать сюрприз. Помните, да, ей дарили постельное белье, и как раз в тот день, когда ему подарили, я как раз постельное поменяла. Вот, и сейчас я ей сделала сюрпризик, она придет домой и увидит, что я ей постелила новое постельное белье, которое ей подарили на день рождения. Очень красивое оно. Мишка, уйди, пожалуйста, уйди. Посмотрите, какая классная расцветка. Простынь розового цвета, пододеяльник вот такой красивый, с такими девчонками классными. Сердечко такое прикольное. И что мне нравится, обратная сторона идет в клеточку. И две наволочки было. Одна наволочка вот такая, а вторая наволочка розовая. Она решила эту постелить. Очень круто. В общем, она придет, будет чистенькая, красивое постельное белье. Будем ждать Кирюшку. Кирюшенька что-то позвонила, говорит: мама, так нежно, что-то у нее произошло, наверное. Сейчас узнаем. Кирюшенька пришла, говорит, животик болит, доча. Сильно? А что ты ела, расскажи, пожалуйста, в магазине покупала? Чупа-чупсы и орешки. Вот больше не будешь ты ничего покупать в магазине, доча. Только дома кушать, чтобы у тебя потом животик не болел. Угу. Потому что это очень плохо, что ты вот так вот наедаешься в магазине разных вкусняшек, а потом вечером у тебя животик болит. Все, давай, раздевайся. Я тебе тут кое-что подготовила. Нет. Нет, зайка, не уроки. Класс. Класс.